Каждый из нас с нетерпением ожидает весну, когда вокруг буйство зелени, цветов, красок, солнца. Но, к сожалению, это все временно. Проходит лето, проходит осень, растения увядают и наступает зима. Наступает период, когда нам хотелось бы вернуть ту красоту, которая была раньше. И эту красоту позволяет нам вернуть флористика. Витебская флористика имеет свои особенности. Хочется подчеркнуть, что мы в своих работах используем только растительный материал. Наш коллектив за 25 лет совершил такой большой путь. То есть мы начинали с простых цветочных композиций, просто показывали красоту цветов. И сегодня мы можем именно продемонстрировать наше мастерство в очень сложных работах, и композиционно, и технически созданных. Вы можете увидеть и пейзажи, полностью выполненные из растительного материала. Вы можете увидеть портреты, которые выполнены также из лепестков и листьев. Можете увидеть портреты из тополиного пуха. И много еще интересных и творческих работ можно сделать из растений. Символом нашего коллектива служит цветок анютиной глазки. Это само очарование, нежность, радость, которую дарит нам природа. И в то же время этот цветок очень стойкий, надежный, красивый. И вот, наверное, эти качества и сочетают в себе женщины коллектива «Анюта». Основная масса участников – это любители, это люди разных профессий и разного возраста. Самому младшей участнице нашего коллектива 40 лет, а самой старшей – это Спачинская Раисе Герасимовне, в этом году исполняется 85. Мы люди разных профессий, и среди нас есть и врачи, и учителя, и библиотекари, и пенсионеры, у которых находится свободное время для занятий творчеством, и люди разных-разных специальностей. Нам очень приятно, что в нашем коллективе есть и профессиональные художники, которые проводят с нами занятия по композиции, по цвету, и вообще обучают нас именно мастерству работы с растительным материалом. Потому что человеку, который не знает этих основ, очень сложно что-то создать. Поэтому вот получается замечательный такой синтез профессиональных уроков с художниками и такого индивидуального подхода каждого автора. И создаются такие картины, которые мы сегодня видим на выставке. В этом году очень много новых участниц, и их работы также можно увидеть на выставке. И эти люди очень за короткий промежуток времени создали и пейзажи, и прекрасные букеты из анютиных глазок, и удивительные образы животных, такие милые, домашние, которые очаровали всех наших посетителей на открытии выставки. И хочется пожелать им творчества, такого, знаете, вот полета фантазии и открывать каждый день для себя что-то новое вот в том мире растений, в который они пришли.